Анюхасео. Всем привет, меня зовут Василиса, добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет очень интересное видео, потому что сегодня я буду делать макияж кушонами. Почему я решила снять это видео? Потому что я являюсь огромной фанаткой кушонов, это раз. И два, у меня было много кушонов, и я решила, почему бы не снять видео макияж кушонами. Я поискала в косметических магазинах еще продукты, которые можно использовать как кушоны, ну то есть продукты кушоны. Очень такой дневной, легкий, нежный макияж. Я надеюсь, что вам понравится это видео, и давайте смотреть. И думаю, что будет логично начать макияж кушонов с праймера для кушон. Я уже начинала так одно видео, где я тестировала кушон от Lancôme. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Праймер очень быстро впитывается, и начинаю сам наш макияж кушонами. В качестве тона я буду использовать кушон Майк Вазовски от The Face Shop. Мне очень нравится, как он работает. У него очень такое тонкое покрытие. Он очень долго держится на лице на протяжении дня. Я возьму кисточку для консилера и проработаю как раз кружочки под глазами. Тон у меня готов. Приступаем к контурингу. И знаете, чем я буду делать контуринг? Я буду делать его кушоном от Lancôme. Я буду использовать для контурирования кисточку. Так мне будет удобно. Мне нравится. Беру румяна кушон. Это кушон от Миша. Немножко на лоб нанесу. Прям на яблочки самое. She's got it. Oh, baby, she's got it. Теперь мы будем делать брови. Это кушон для бровей от Essence. То есть это вот такая губочка. Продукт находится в самой вот крышечке. Я сначала не поняла, где находится продукт. Я не могла достать его. Потом поняла, что вот здесь вот в крышечке находится сам пигмент, который мы будем наносить на брови. Сначала по низу провожу. Вверх брови, вершинку. Закреплю гелем для бровей. Конечно, это не кушон, но брови я всегда закрепляю. Гель для бровей от Art Visage. И последний продукт, который я буду использовать, который прям кушон. Он так и называется, кушон Powder Lipstick. Это от Essence тоже. Это вот такая помада для губ. Очень красивый цвет. Здесь также продукт находится в крышечке. То есть вы прям делаете так вот и наносим на губы. Пигмент держится очень долго. Я не понимаю, как эта пудра держится на губах, потому что очень долго она держалась у меня. Поэтому я на 100% рекомендую вам этот кушон для губ. И давайте немножко завершим образ. Я хочу взять хайлайтер Naked. Пальчиком нанесу на подвижное веко. Хочу еще нанести тени от Kika, такие беленькие в оттенке Infinity, на внутренний уголок глаза, чтобы было такое свечение.
Ну что ж, на этом мой корейский макияж кушонами завершен. Я надеюсь, что вам понравилось такое вот интересное, необычное видео, потому что на YouTube я таких не видела еще. Поддержите меня пальцами вверх, подписывайтесь на мой канал. Все продукты, которые я использовала в этом видео, вы найдете в описании. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.